Как часто вы садитесь просто порисовать? Просто потому, что вам этого хочется. Не потому, что вам это задали в училище. Не потому, что вы кому-то завидуете. И не потому, что ты ввязался в какой-нибудь глупый челлендж, с которого теперь тебе западло соскочить. Не потому, что сроки горят, надо быстрее проект сдавать. Короче, без всяких этих самых. А просто так, для себя, для души. Чтобы твоим мотиватором были не лайки, не зарплата, не одобрение окружающих, а какое-то необъяснимое чувство, на которое способен только человеческий разум. Просто потому что. Ну и согласись, когда тебя будут потом спрашивать, а что ты хотел сказать этой работой? А ты такой отвечаешь, да я просто хотел порисовать. Согласись, в этом что-то есть.